Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге «Урота Тшува» Рав Кука. У нас было два урока отступления. Мы занимались темой скромности и гордости. И сегодня мы возвращаемся к нашей книге, 10 глава, 5 абзац. Я всех приветствую. Давайте перейдем к тексту. Текст, конечно, он также я его бросил в чат, если кому-то нужно. Натана и Унехаме, по-моему, включен микрофон. Где ты слышишь собаку? Ну, конечно, это у меня. Это не моя собака, честно говоря. Поэтому... Черт, я не могу найти, где. А сейчас я вас выключу. Я выключу, все уже нашла. Просто... Итак. О, как утопляют грехи сознания. Будь то сознание индивидуума или же сознание общества, поколения и эпохи. Когда моральное падение поражает такое мировоззрение, за которым следует человек, вопреки духу высшему, озаряющему его, вопреки слову Бога, звучащему из всех доступных ему источников, из Торы, из веры, также из обычаев отцов, из того, что принято между людьми, из его внутренних прямоты. Ведь во всех этих источниках присутствует возвышающее влияние общемировой духовности, законов небесных и земных, на которых зиждется бытие в своей основе. Когда становится человек по причине такого мировоззрения, поприщем для проявления слепой стороны его личности, слепой стороны, той самой слабой стороны, что не способна набраться мужества, достаточного для овладения упорядоченной жизнью, в соответствии с полным объемом требований, предъявляемых ею, тех требований, что удаляют человека от греха и устанавливают прямо таким, каким создал его Всевышний. Тогда не только одна из частей его личности опускается и деградирует, не какое-то случайное проявление его воли ослабевает, тогда как дух его в сущности и ценности своих рассудок и весь свет жизни, который в нем, остаются неизменными. Не так обстоит дело, но весь его облик изменяется. Свет разума несокрушимый, объединенный в глубинах душевного бытия со всеми жизненными силами, тесно сплетенный со всем настоящим моральным и духовным порядком всего окружающего, и снизу, и сверху этот свет меркнет. А свет этот есть тайна жизни в ее сути. Мужество восприятия жизни, в котором душа обретает кровь своего сердца. И только в чистоте и в тшуве вернется, откроет этот свет и эту жизнь. И поэтому тшува – основа человеческой культуры, которые так ищут все. Я хочу задать вопрос. Про что говорит в основном этот отрывок, как вам кажется? Про личность или про общество? На самом деле ты теряешь в середине, когда он описывает механизм, как это все работает, теряешь представление, о чем он говорит. Хотя до этого было впечатление, что говорится о мировоззрении. Так он говорил. Поэтому скорее это относится к группам, которые какого-то мировоззрения несут. Но... По-видимому, это как-то нечто более такое универсальное, что относится ко всему. Угу. Кто-то еще хочет что-то сказать? Спасибо, Нахама. Ну да, скорее какой-то исторический процесс имеется в виду.
Там говорится про поколение, про эпоху, то есть про какое-то мировоззрение, которое вдруг начинает главенствовать над умами. Угу. То есть, ну, можно себе представить даже, о какой эпохе идет речь. Ну, в общем, как-то так. Окей. Спасибо. Еще кто-то хочет что-то сказать? Значит, конечно, по-моему, здесь идет речь и о личности, и об обществе, но как это, равновесие смещено, мне кажется, здесь в сторону общества. В основном наш абзац говорит про общество. Давайте посмотрим это по тексту. Будь то сознание индивидуума, это человек, личность. Или же сознание общества, это общество. Поколение, это больше, чем общество. Эпоха, это больше, чем поколение. То есть мы строим здесь пирамиду от личности к эпохе. То есть несколько поколений. Соответственно, есть тут 3 или 4 этажа. Личность, она одна из них. Потом мы говорим уже про общество и исторические процессы. И конце. Мне кажется, тоже последнее предложение тоже нас ведет, в общем, больше в сторону общества. Поэтому тшува – основа человеческой культуры, которую так ищут все. Итак, мне кажется, что в основном нам наш отрывок говорит про какой-то исторический процесс, про какую-то историческую эпоху, видимо, нашу. Но одновременно, да, здесь можно также найти и отношение и к человеку, к одному. Ну, в смысле, к личности, да, конкретному человеку тоже. Хорошо. Когда моральное падение порождает такое мировоззрение, за которым следует человек, если не это общество, то человечество, вопреки духу высшему, озаряющему его, вопреки слову Бога, звучащему из всех доступных ему источников, так слово Бога звучит из многих источников. Это само по себе интересно. Из Тора. Это мы знаем. Слово Бога, но из Тора. Бог нам открылся и передал нам Тору. Это, но, обратите внимание, это один из источников слова Бога, которое звучит. Мы привыкли, что это единственный источник. Это не единственный источник. Из веры. Тоже понятно. Но, обратите внимание, вера это не то же самое, что и Тора. Обычаи отцов. Это очень важно. Например, наше поколение, все болеют чува из России, они, нет у нас обычаев отцов в основном. Традиции у нас потеряны. Из того, что принято между людьми. Это, но это все как бы снаружи. Тора снаружи. Вера. Вера может быть не совсем снаружи, но это опять-таки зависит от общества. Да? Обычаи отцов. Какие-то установки, которые приняты между людьми, хорошо, из его внутренней прямоты. Это тоже слово Бога, и это важно нам. Моя совесть, мой как бы глаз Бога, который говорит изнутри, он важен не менее, чем заповедь, которая есть из Торы. Мы можем сказать «А». У тебя кривой голос изнутри, ты себя искривил. Может быть, может быть. Рав сам про это говорит. О, как отупляют грехи сознания. Да? Но основа, что глаз Божий, он звучит также изнутри человека и совести. Да? Бог, он, наш еврейский трансцендентный Бог, он и снаружи, и изнутри. Он и вокруг, и внутри. Одновременно. Это
тот самый Бог, с которым я общаюсь, но с другой стороны, тот самый мой голос совести, внутренний мой голос, это тоже называется голосом Бога. Да, это тот самый Бог, который очень далеко, там высоко, и с другой стороны, он же одновременно же он очень близко. Да, и так далее. Извините, это что? Получается, что грехи — это не только религиозное понятие, это какой-то вселенский закон? Еще раз. Что грехи — это не какое-то религиозное понятие, а это то, что ну, по-человечески и по экзистенциально понятно, что это грехи. Частично да, частично нет. Есть грехи, которые понятно, что это грехи. Независимо от Торы, Дерехера Кадмали Тора, как бы есть какие-то 7 заповедей, допустим. Они, даже если сказать, мы нет у нас Торы, понятно, что нужно соблюдать в нормальном обществе. Заповеди между человеком и человеком. То есть есть какие-то вещи, которые не относительно Торы, без относительно к Торе, понятно, что это грехи. И, конечно, голос совести, он очень зависит от культурного фона человека, как он воспитан. Но да, конечно, человек безотносительно к Торе знает, что он кривит душой, что он делает грех, что он идет на сделки с совестью. В дополнение, то есть это вообще интересный вопрос, какое отношение морали с Торой. Отношение на самом-то деле оно сложно. Та картина, которая у меня появилась, получается сейчас, она такая. Мораль общечеловеческая, простая совесть, это до Торы. Это та основа, на которой только на такой основе Тора может быть дана. Человек, который уже у него есть мораль, обществу, человечеству. А после этого более высоким этажом идет Тора, высшая мораль, святость и так далее. И вот тогда уже мы говорим, что без Торы вот личная человеческая мораль, она может искривиться, она может захлебнуться, она может не протянуть долго, она может не хватить у нее силы продвинуть все общество вперед. Это может быть ситуация, как это, не оптимистичная, а пессимистичная. Человек может быть не удручен, а не разочарован, я извиняюсь, у меня выскочило слово. Отчаяться? Отчаян, да-да-да, человек может отчаяться. Да, вот правильно и хорошо жить моральным. Но мир у нас не подлежит исправлению. И да, там, я вот лично буду моральным, но, значит, это мне придется принести, я не преуспею в жизни, а мир этот вообще, он, допустим, он неисправим вообще. Это близко, допустим, к христианской точке зрения. Без как бы той жертвы, которую принес за нас Христос, как бы мир, он не исправен сам по себе, поэтому кесарю мы оставляем кесарю, мы занимаемся только своей душой. То есть, с одной стороны, человек моральный, а с другой стороны, у него не хватает силы, оптимизма, веры в то, что мир может быть исправлен. И как это? И мир поставляет достаточно хороших и веских аргументов того, чтобы не верить в то, что может быть исправлено. Но это все, это уже второй этаж, это уже вера. Но распространенное, скажем так, заблуждение именно вот верующих людей, что нет морали, кроме веры, это ошибка. Причем очень серьезно. Но, скажем так, я, к сожалению, в это тоже верил в свое время. Итак, внутренняя прямота – это такие тоже проявления слова Бога. Бог у нас проявляется с разных сторон. Хорошо. А ведь во всех этих источниках,
Вернемся, сделаем шер. А ведь во всех этих источниках присутствует возвышающее влияние общемировой духовности, законов небесных и земных, на которых жиздится бытие, жиздится, по-моему, здесь есть самая ошибка в буквах, бытие в своей основе. Зиждется, все нормально. Правильно, да, значит, это не ошибка. Тогда становится человек по причине такого мировоззрения поприщем для проявления слепой стороны его. О, это важная вообще тема, которая сама по себе отдельная тема. Отдельная. Человек по иудаизму – это не черт. Он не обязан грешить. Это не человек, который без помощи не может сам за себя отвечать, и который человек не может жить морально. С одной стороны. С другой стороны, человек он не ангел. Если вот его тут отпустить, дать ему там все, что там нужно, создать ему условия, как у нас тут социализм и коммунизм пытался построить, либерализм сегодня тоже, то вот он тут будет, ну вот просто ангел, на самом деле человек ангел, он просто мешает воспитанию. Неправильно. Ни то, ни другое. Человек он не ангел, человек он не черт. У человека есть в душе две силы, которые составляют его я. То есть его я между этими силами арбитром работает, решает, зачем пойдет человек. Есть то, что называется доброе начало и злое начало. Злое начало называется слепой стороной личности. Здесь Рав в другом месте это называется Атанин, если я не ошибаюсь, Эйвер. Не знаю, как это хорошо перевести. Ну, морское чудовище, крокодил слепой, не знаю. Но именно вот отрицательная сторона, она связана со слепотой. Положительно это, соответственно, наоборот, это видеть. Отрицательная сторона связана с этим самым. Это слепое такое вот рептилия, слепое такое чудовище. Оно... И слепота, она, конечно, духовная, моральная. Так? Здесь Рав нам говорит, человек тогда идет за слепой стороной себя. И это называется слабая сторона. Ты самой слабой стороны, что не способен набраться мужества, достаточного для овладения упорядоченной жизнью в соответствии с полным объемом требований предъявления. Натан завис. Может, еще вернется. А вот вроде он... Натан! Натан отвис. Теперь вас слышно, видно. Я вас слышу. Я отвис? Да-да, сейчас видно, слышно. Окей. Итак. Мне продолжать, кто-то хочет рассказать. А, человек начинает играться, что он это самое, что он слабый. Это сторона личности его называется слабой. Почему она слабая? Не потому, что у нее мало сил, сил недостаточно. А у нее нет мужества посмотреть жизни в глаза и набраться мужества, достаточного для овладение упорядоченной жизнью в соответствии с полным объемом требований, предъявляемой их ею. Ею это жизнь. Есть длинный перечень требований. Человек, у него нет мужества сказать, окей, будем этому соответствовать. Я маленький, я слабенький, я не могу. И тогда ты идешь за вот этой самой слепой стороной себя. Сразу есть соответствующее мировоззрение, которое тебе помогает и говорит, да-да, конечно, ты маленький, ты слабенький, давай вот будем делать то, что пойдем с нами. И вот здесь
тех требований, что удаляют человека от греха и устанавливают прямо таким, каким создан Бог Всевышний. Это тоже очень интересное высказывание. Может быть, вам это проще с этим, мне с этим тоже сложнее было. Человек вот сам по себе, он какой? Он моральный или он не моральный? Как мы уже вот упоминали здесь, да? Мораль. Есть мнение, что без Торы нет никакой морали. Соответственно, человек сам по себе, он не моральный. А вот Тора делает его моральным. Внимание, правильный ответ. Человек сам по себе создан прямым. Тех требований, что удаляют человека от греха и устанавливают прямо таким, каким создал его Всевышний. Всевышний создал человека прямым. Но этот самый человек, который создан прямым, у него в душе есть две силы. И у него есть свобода выбора, за какой из сил идти. Есть-то слепая сила, есть моральная зрячая сила. Но человек, несмотря на то, что он может превратиться в скота и в черта, и он может подняться к ангелу, человек, вот изначально мы на него смотрим, как человек и человечество создано прямым. И это очень хорошо. Потом может наслоиться очень много гадостей и так далее. Но то, что человек изначально создан прямым, это также у нас очень сильный дает надежду. И противоположная надежда – это отчаяние. Антиотчаянный взгляд. Человек изначально создан прямым, значит, даже если он искривился потом очень сильно, тем не менее, у него есть возможности и силы выпрямиться, в конце концов. Если мы скажем, наоборот, человек, он слабенький, он изначально кривенький, а вот ему дали Тору, и он стал прямой, тогда понятно, что если его изначальное свойство – это быть кривым, то он элементарно, можно хорошо приковать, очень сильно держать, с тем, чтобы он оставался быть прямым. Его постоянно нужно за ним присматриваться. А противоположный взгляд, человек изначально создан прямым, то мы ему доверяем больше гораздо. Даже если он ведет себя неподобающе, мы гораздо больше в него верим. Мы понимаем, что у него есть потенциал вернуться и быть тем прямым, которым он стал. Поэтому очень важно. И эту идею я вам скажу. То есть, видимо, она существует, но я ее встретил только у Раба Кука. На самом деле у меня образование достаточно тоже не очень большое. Я так нахватался чего-то и где-то, а вот чего-то я учу уже какое-то время основательно. Это вот такое. Натан, слыха, какую конкретно идею только у Рава Кука? Это, по крайней мере, я не сказал, что только у Рава Кука. Я сказал, что я ее встретил только у Рава Кука. Может быть, она где-то еще есть. Человек изначально создан прямым. Сейчас я верну уши. Наше предложение. Тех требований, что удаляют человека от греха и устанавливают прямо таким, каким создал его Всевышний. Изначально человек создан прямо. Это идея, которую я в другом месте у нас в видоизменении встречал. Видимо, может быть, она есть, не знаю. Есть, да. Вот. Но, скажем так, я, к сожалению, все равно, скажем так, по крайней мере, даже это не было проговорено, но по дефолт, по умолчанию, было такое, что человек сам по себе, он очень просто может упасть. Я не знаю, что по этому поводу можно сказать Рав, может быть да, может быть нет, но по крайней мере здесь сказано, что изначально человек создан прямо, и это очень обнадеживает. Тогда не только... А вот теперь, мне кажется, Рав говорит интересную вещь, которую на самом деле, конечно, мы выучим, это банально, но тем не менее это интересно. Что могли подумать? Ну хорошо, человек идет за частью своей души, но у него остаются положительные части тоже и отрицательные. Нет. А ведь нам хочется сказать, что тогда весь человек как комплекс он опускается. С возможностью подняться?
Но некая эта часть его отдельной личности опускается, и все остальное остается наверху, как было. Нет. Весь комплекс человека, и, соответственно, говорим про общество, все общество, оно опускается вниз. А не только какая-то часть души или восприятия. Давайте посмотрим, что у нас написано. Тогда не только одна из частей его опускается и деградирует, не случайное проявление его воли ослабевает, тогда как дух его в сущности и ценности своей, рассудок и весь свет жизни, который в нем остаются неизменными. Нет, не так обстоит дело. Но весь его облик меняется. Свет разума несокрушимый, объединенный в глубинах душевного бытия со всеми жизненными силами, тесно сплетенный со всем настоящим моральным и духовным порядком всего окружающего, и снизу, и сверху этот свет меркнет. Какой свет? Свет разума. Как мы уже неоднократно связывали мораль и мудрость и разум, здесь мы это связываем еще раз. Свет разума меркнет. Человек, если переводить это на банальное, он стал как бы сам себя подкупил теперь. Он хочет идти за своими какими-то страстями. Соответственно, разум теперь вместо того, чтобы беспристрастно оценить, что ты получишь, плюсы за это, какие минусы ты получишь, да не приплетая сюда там будущий мир, а вот именно в этом мире, что, чем ты рискуешь, и в смысле душевного равновесия, и как ты сам на себя будешь смотреть потом, и там поймают, застыдят, в тюрьму посадят и так далее, как бы вместо того, чтобы беспристрастно смотреть и вообще как бы освещать человека светом высшим, светом жизни, вообще светом, этот свет разума и свет вообще, он меркнет. И поэтому это не только разум. Это не только разум. И свет этот есть тайна жизни в ее сути. Человек прекращает ценить жизнь. И свою, и чужую, и общество. И немножко получает, мне кажется, здесь от проклятия змея. Все, что он ест, ему прекращает быть, вкусом, быть вкусным, вкус это самое. Немножко похоже, надо сказать, как из Мегилат Эстер, то, что Аман говорит. И несмотря на то, что царь меня вот так вот возвеличил, пока Мордехай мне не кланяется, это мне не стоит ничего. Теперь он не пижонится. Человек это говорит от всей души честно. То есть неважно, сколько ты, высоко тебя подняли, тебе это действительно ничего не стоит, пока вот тут тебе тут еще чего-то мешает. Несчастный человек. То есть действительно этот человек, у него вот этого какого-то внутреннего источника света нету. Он действительно в полутьме ходит или во тьме вообще, да? Несмотря на то, что как бы вот, и поэтому тогда ему очень нужны очень такие вот яркие внешние источники света, чтобы хоть как-то скомпенсировать отсутствие этого внутреннего света. И свет этот есть тайна жизни в ее сути. То есть грехи – это свет жизни, они его… Из-за грехов он меркнет, как мы начали. О, как отупляют грехи сознания. Да, мы сказали, что этот свет – свет разума, сознания. С этого начали, с этого мы заканчиваем, но не только. Это вообще свет, свет жизни, объединенные со всеми жизненными силами. И свет этот меркнет. И свет этот есть тайна жизни в ее сути. Мужество восприятия жизни. Мы сказали, этот свет, это то мужество, которое мне дает силы посмотреть жизни в глаза и сказать, окей, я это беру на себя, я делаю так. Нет, я не туплю глаза, это сложно, и ты теряешь себя. И ты теряешь вот как бы жить полной жизнью, жить нормально, в котором душа обретает кровь своего сердца. То есть жизненность, душа,
черпать из этой мужественного, геройского этого сильного восприятия жизни. Я думаю, мужество здесь гура, наверное, да, на иврите написано. Это... Сейчас скажу, что там написано. Это достоинство, может быть, даже, да? Давайте. Там есть слово «омец», «тфисат гахаим». Сейчас, секундочку, это какое? «Омец», «тфисат гахаим» там есть. Дам нефеш, да, это кровь... Кровь своего сердца, это имеется в виду самое сокровенное. О, по-русски сокровенное, это тоже от слова кровь. Здесь вот именно, мне кажется, тоже кровь своего сердца, это сокровенное, да, то есть самое ценное, да. Нефеш, дамга нефеш, это нешама, высшая душа, и кровь души, которая нефеш. Угу. То есть, мне кажется, это как вот в русском сокровенное, то есть самое... Сокровенное. И только в чистоте, в чуве вернется и откроет этот свет, и это жизнь. О, ну это уже, так сказать, это уже достаточно классически. Урава делает чуву. Мы не только как-то разрешаем свои проблемы с Богом. Он сказал, мы сделали плохо, теперь нужно с Богом. Мы там с человеком. Мы ему навредили, сделали чуву, все вернули в равновесие. Соответственно, Рав пытается здесь... Нехама, у вас включен микрофон. Здесь как бы сталкивается с мировоззрением, что религия, она жизнь делает, как сказать, хуже, меньше. Жизнь делает меньше. Соответственно, свободная жизнь, нерелигиозная, делает жизнь больше. Мы хотим вот на иврите такое жизнь. Мы делаем жизнь. Песим хаим. Рав, мы уже читали это не в одном месте у Рава, что Рав, в общем-то, оправдывает эту точку зрения. Религия действительно не оправдала возлагаемых на нее надежд и действительно и очень часто действительно уменьшала жизнь. И это грех религии, который нужно исправлять, безусловно. Но тшува, в лучшем моем понимании, безусловно, пришла для того, чтобы увеличить жизнь и ее уменьшить. И все запреты, которые есть, они не для того, чтобы уменьшить жизнь, а для того, чтобы ее увеличить. И все запреты принципиально не для того, чтобы их разрешить, а не для того, чтобы принципиально запретить. Да? И поэтому это тоже очень важное добавление. Только в чистоте, в чуве вернется и откроется свет, и это жизнь. Это очень важно. И поэтому чува – основа человеческой культуры, которую так ищут все. Оптимизм. Только не детский, не как-то инфантильный, а здоровый оптимизм, когда я могу посмотреть на мир, на весь этот мир, на исторический процесс, на культуру и сказать, это можно спасти, это можно поднять, это можно все исправить. И чува, конечно, она не основа человеческой культуры, как пишет Рав. Она основа человеческой культуры, которую все ищут. То есть на сегодня это нет. Но основу ищут. И как это? То, что искать, Рав говорит, это чува. Рав говорил это в предисловии, когда говорил про литературу. Рав говорит это здесь, сейчас. То есть основа, которую ищут, то есть ее нет. Вот на место основы культуры пустое место. Все заняты в поисках. Рав направляет этот поиск. Этот поиск, то, на чем можно ставить культуру, это чува. Конечно, не чува в аллахическом религиозном смысле, а в высшем смысле, так, исправление мира, как надежда мира на исправление, как мессианский взгляд.
Часть этого, это, конечно, логическая тшува, и то, что нужно соблюдать законы Торы и так далее. Но тшува – это взгляд на мир оптимистичный, но не детский. Мы видим все проблемы и сложности этого мира, но мы не отчаялись от его исправить. Этот взгляд тшувы. Теперь, нерелигиозный человек, который к себе взял этот взгляд, он гораздо ближе к Богу, к тшуве, к чему, ко всему, чего хотите, чем религиозный, который на самом-то деле давно уже махнул рукой на мир, от него отдалился, так как чего с них взять, сидит себе в ешиве и вот от отчаяния учит святые книги, чтобы хотя бы свою собственную душу спасти. Может быть, свою собственную душу он и спасет, но вот к основному направлению течения божественного, течению иудаизма, тшуве он далек. Ну вот давайте скажем так. Отрывок сложен немножко, потому, в общем-то, он сложен тем, что здесь нет, как бы, здесь нет принципиально каких-то новых вещей. Здесь все более-менее классически. Какие-то точки, какие-то никудот, которые важные, я их отметил. Допустим, человек создан прямым, про слепую, то, что вот отрицательное начало названо слепым и так далее. Но я более-менее закончил. Мне очень интересно послушать вас. Нет желающих? Привет. Да, давайте. Ну то еще там веганский активист может быть более чуванутым, чем религиозный не хабадник, как это называется, религиозник религиозный, который сидит и учит Талмуд. Да. Да ну. Да, конечно. Пример. Нерелигиозные первопроходцы, которые выбросили Талмуд, взяли под мышку Танах и побежали осваивать здесь пустыню, ели свинью в своем кибуце, но из-за них у нас есть государство. А те, которые сказали, мы ждем Машеха, сами ничего не делаем, потому что нельзя, они ближе и правильные. Не ближе, не правильные. То есть, чтобы решать, что ближе, а что правильнее. Да, это мне тоже кажется слишком сильное. Если бы на самом деле среди них были разные люди, были полные идеалисты, действительно, очень важно на самом деле моральное отношение к людям. Помимо идеалов и построения земли Израиля, это все грандиозно. Но у них иногда были совершенно испорченные внутренние отношения, дрязги, чего только не было, когда почитаешь. Были люди, идеалисты страшные, и их место в Ганедине давно для них... Мы с вами не спорим, Нехама. Поэтому, может быть, среди них... А кто там судит в конечном итоге? Я не знаю, что человеку... Я согласен с вами. Я спрошу вас такой вопрос. Мы сказали с самого начала, что отрывок говорит про общественные процессы больше, чем про личностные процессы. Как общественный процесс. А в общественных процессах то же самое, я тебе скажу, как раз стрелу Альталены, мало ли чего там не было. Какие между ними были дрязги между разными группами. Там тоже было много чего, поэтому... Отодвиньтесь на 100 лет. Понятно, что был... Во время выхода из Египта были дрязги, конечно. Еще какие. А я что? Этим вся Тора заполнена. И что? Мы поэтому Песах не празднуем? Или мы говорим, что... Нет, мы к позитивной... Смотрите... Выход из Египта – это избавление. Там были очень серьезные проблемы, мы их не заметаем под ковер. Но в общем, это класс. Так про это что? Очень хорошо. Про что вопрос? Есть проблемы. Вопрос про какую-то оценку какого-то конкретного мировоззрения или человека, к примеру.
А мировоззрения очень разные. В одной лодке при возрождении земли Израиля были разные люди. И разные очень мировоззрения. И одни какие-то могли быть супер, и к ним вообще не придерешься. А с другими есть проблемы. Всевышний там разберется, куда и кого. Я думаю, все будет в порядке. Они, может быть, искренне где-то заблуждались. Я не хочу даже говорить, где и как, и что. И это не мое собственное дело. Я вообще совершенно не... Есть такой слоган «левый значит подлый», да? Я совершенно с ним не солидаризируюсь. Абсолютно я не такой человек, чтобы делать диагностику и оценку морали какого-то другого человека. Разве что он... На основе политических взглядов. Да, тем более на основе его политических... Нет, мы сейчас говорим про мировоззрение, да? То есть как бы все мировоззрение уже, оно целиком... Я именно это хочу сказать, что оно не целиком, скорее всего, никуда не годится. В нем тоже есть какие-то важные позитивные вещи. Но они искривлены, возможно. Мне так кажется. Я сейчас читаю как раз самое Маамар а-Дор. Вот, это, конечно, классика, но я дошел только сейчас. Не бросайте меня камнями. Там Рав однозначно пишет, гораздо лучше искренне заблуждаться даже серьезными ошибками, чем... Нет, это понятно. Я просто хочу сказать, я хочу поддержать, как звать? Дину. Дина? Дину, да. Дину, потому что я считаю, что теоретически мы вполне можем сказать, как вы сказали раньше, вполне такое может быть и с мировоззрением, и с личным человеком, что кто-то, кто искренне заблуждается, ест свинину. Тем не менее, высокоморальный человек и готов принести себя в жертву ради народа Израиля и земли Израиля и так далее. Это понятно, что такое может быть. Но вот конкретно во всяких случаях очень трудно сказать. Включая те же самые движения сионистские, которые были, которым мы очень благодарны за то, что они проложили дорогу нам, сделали здесь страну. И в этом не может быть сомнений, что в целом это, конечно, позитивная вещь. А как и куда будут судить, я вообще не знаю. Это вопрос абсолютно нам в общем, в таком конкретном применении, безусловно, приходится признать, что мы не знаем. Мы действительно много не знаем. Мы не знаем, я согласен. Многого не знаем, да. Но я слышу здесь идею отказаться от судить вообще, мне она не очень понимает. Нет, значит, можно согласиться на том, что во-первых, мы можем признать, что, безусловно, бывают такие случаи. Это просто Тора говорит там, или Талмуд, Наваль Бельшут Азара. То есть тот, кто все соблюдает, может быть полным подонком. Все может сделать, и, там, убивать даже, или там, ну, неважно, привести к тому, что кто-то другой будет убивать, если там он не... На этом мы можем согласиться. А с другой стороны, что мы, безусловно, можем всегда отметить позитивные стороны какого-то мировоззрения, которое, скажем, не 100% кошерное во всех отношениях, но с другой стороны, оно очень сильно повлияло на ход истории, и в этом смысле оно в этой своей части, оно, конечно, супер. Но это же Рав Кук говорил, что у одних одна сторона сильна, у других другая сторона сильна. И вопрос не в том, кто кого, если слон на кита, может быть, это и есть борьба бегемота с левиафаном, я не знаю. Давайте так, в этом отрывке, может быть, этого не сказано явно, я с вами соглашусь, а в других отрывках сказано явно. И мы видели, как... В чем-то они верят, но он тоже говорит, что душа там этих... Там рох. Да. То есть у кого-то нешама, по-моему, более очищена, а у кого-то наоборот рох. Или нет, нефеш и нешама, да? Нефеш и рох. Аль нешаме там не идет речи. Нефеш и нешама. Нефеш и рох, да. Это, по-моему, в рох где-то, это я видел. Да, есть прямо с открытым текстом так и сказано, да, mm-hmm. что вот у тех, кто, например, занимался построением государства, но при этом отвергал религию, у них mm-hmm. нешама более здоровая. Не нешама.
нефиш, слеха, да, да. Нефиш, низший уровень, да, вот низший, да, уровень. А рух, то есть в смысле, рух это как бы, ну не важно. С вашего позволения. Не то, что это нижний. Мы закончим, меня Натан предупредил, сейчас начинается параллельный урок, да. У меня тут тоже начинается, значит, большое всем спасибо. Да, вам я извиняюсь, что я еще не получил права голоса. Сборы помощи в следующий раз. Заболтать. До свидания. Спасибо. Всего наилучшего. До свидания. До свидания. Пока. Спасибо всем.